Вся Россия обсуждает пенсию Матвиенко. Уже не скрыть. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась тем, что в интернете появились слухи о ее баснословной пенсии в размере 450 тысяч рублей. Она заявила, что ее трудовой стаж составляет 50 лет, а пенсии у нее гораздо меньше. «Моя декларация открыта. У меня почти 50 лет трудового стажа. Пенсия составляет 25 тысяч рублей», – заявила Матвиенко. Спикер Софеда добавила, что страдают и другие чиновники, сенаторы и депутаты, которым приписывают огромные пенсии. Матвиенко высказалась о необходимости опровергать такие фейки и предоставлять правдивую информацию, чтобы не дискредитировать людей, работающих во власти. «Люди, естественно, раздражаются, когда видят такие цифры», – отметила спикер Софеда. Отметим, что согласно декларации за 2019 год доходы Матвиенко возросли на 1,4 миллиона рублей до 16,7 миллиона рублей.